мы туда продублировали карточки, 50% товаров были все невыгодные. Ну и нахрен. Так, когда тебя сравнивают с тобой же на других площадках, легче. Когда тебя сравнивают с другой карточкой, сложнее. Так. Ну, посмотри, какая ситуация даже возникла. У меня вот этот тачки лупа, который второй, это нижний товар. Вот курс невыгодный. И он пишет, что вот на Озоне есть за 870 рублей. Но самая ситуация, что этот человек, ну, селлер, он взял мою же карточку и просто ее скопировал. Абсолютно. Ну, кого-то бывший мой, не знаю, поменял там, назвал. Вот, это вот раньше была моя карточка, так выглядела. И он ее скопировал и поставил цену такую низкую. Вот, что Я тут могу делать? сделать следующее. Первое. Написать в поддержку, сказать то, что у тебя забрали твой контент. Это же твой контент. Да, у меня. Все, пишешь. Тебе нужно подтверждение, что это твой контент. Найди исходники, найди переписку с дизайнером. Докажи. Докажи, что Хорошо, это. исходники найдем. Это, ну, то есть, надо первое, это... Да. Ну, в принципе, мы сейчас уже написали заявление, ну, как бы, Напиши запрос. 10. Короче, Да, вот да. здесь, как с Вайлдберрисом, побеждает тот, кто самый активный. То есть в лагере всем раздают шарики. Какой ребенок не получит шарик? Самый скромный. Какой ребенок заберет себе 3 шарика? Самый активный. Вот, будь активным. Напиши. Не ответь в течение 2-3 часов, пиши еще раз. Найди правильный раздел. Эту карточку у тебя скроет Озон. Озон эту карточку вскроет. Она исчезнет, и твой индекс цены восстановится. Это первое, что нужно сделать. Дальше. Через какое-то время этот поставщик стопудово изменит там контент, да? А может, ничего и не изменит. Может, он скажет, ну и нахрен, и вообще он пропадет из твоего поля видения. А если он изменит и появится, то тебе тогда нужно будет от него отклеиться. Пока эта карточка будет скрыта, пока она будет там убрана, тебе нужно будет написать в поддержку. Вот. И жаловаться. Да? Прям по всем пунктам. Нет в наличии, и объясняю, эта карточка была сделана там продавцом, который скопировал мой контент, да, там даже не скопировал, а там украл, да, там использовал чужой, там нелегально. Короче, используй какие-то такие слова, как если бы ты в суде общался, чтобы менеджер Озона понял, что тебя соединили с карточкой конкурента, который на самом деле нарушает правила Озона. То есть цель такая. Менеджер, который прочитает твое обращение, вот вручную это делается только вручную. Это не автоматическая фигня. Ссылки открепляют по жалобам исключительно живые менеджеры-человеки. Тебе нужно им доходчивым языком объяснить то, что тебя объединили с карточкой человека-конкурента, который нарушает правила Озона. Первый. Украл там мой контент, да, там мы подали заявление, вот скрин, вот подтверждение, что карточка скрыта. Да, то есть ты типа не лукавишь, это правда, вот переписка с поддержкой, они поступили недобросовестно. Второе. Просим, ну, как бы, отклеить эту карточку, потому что она там тра-та-та, тра-та-та-та. Вот то же самое, да. Товара нет в наличии, карточка скрыта, она нарушает правила Озона. Просим отклеить ее, пожалуйста. В Озоне мы узнали недавно, если от твоей карточки ссылку удалили, то она попадает в список удаленных ссылок. Там типа база у каждой карточки, а-ля история. Это они пытаются автоматизировать и, ну, как бы, будущие проблемы с индексом цены. То есть если человек вручную менеджер проверил и доказал, что эта ссылка нет, подходит к тебе, то она автоматом навсегда, вот на текущий момент, по крайней мере, может потому что-то не опять изменит, но на текущий момент она попадает в список ссылок, которые никогда к тебе больше по второму кругу не приклеятся. Вот. Это мы недавно узнали, потому что мы сейчас вообще тотально отсоединяем максимально все карточки от моего магазина. Меня объединили со мной, бля, нахрен, по всем разным маркетплейсам. У меня на ВБ, конечно же, цены ниже, потому что на ВБ
Дешевле доставка. Будет. Ну да. Да. И, ну, короче, там все ниже. На Озоне у меня и маржинальность выше, и цены выше, и все у нас там выше. И мы везде максимально все отклеиваем всеми правдами и неправдами. Реально. Вот. Даже сделали такое, что сделали отдельный кабинет. У моего сотрудника есть кабинет мертвый на ВБ. Мы туда продублировали карточки и сделали так, чтобы мои карточки на Озоне соединились с карточками на ее кабинете. В этом в кабинете цены выше, что у меня индекс всегда выгодный. А от моего кабинета мы отсоединили. Как мы это сделали? Мы, значит, сейчас я закрою. Короче, в моих карточках мы внесли изменения. Например, на ВБ, предположим, ткань, там, не знаю, микрофибра, а на Озоне полиэстер. На ВБ у меня толщина одеяла 300 грамм, а на Озоне 200. Ну, короче, внесли правки сами, специально, осознанно внесли изменения, чтобы у нас карточки отличались друг от друга, чтобы менеджер, который будет проверять, мы когда узнали, как эта херня работает, вот эта вся внутренняя их, мы поняли, что должны быть, мы прямо теперь внесли изменения прямо на главном фото большими буквами для балбесов. На Озоне написано 300 грамм, на ВБ написано 200 грамм. На отсоединение карточки уходило 3-4 дня максимум. Иногда день в день отсоединялось, иногда 3-4 дня. Мы просто решили рискнуть. И даже если прилетит негативный отзыв, например, то, что вы написали, что там 200, а мне пришло 300, ну, типа мы же, получается, поменяли эти параметры, мы решили лучше получить один негативный отзыв, но зато навсегда отсоединить ссылки моих карточек с ВБ от моих карточек на Озоне. Короче, вот такую мы провели работу. Это было вот как раз за последние 2 недели. Сейчас покажу. И у меня там сейчас, ну вот, два осталось. Ну, один умеренный, второй невыгодный. Ну вот из этих 16 просто вот эти все нижние, мы от них отказываемся. От простыней, чехлов тоже думаем. Но все основные товары все оценили. Раньше у меня 50% товаров были все невыгодные. Ну, потому что меня полностью склеили, мое ИП. Так, вот. Так что проговори, пожалуйста, по индексу цены твой план сейчас текущий. А по индексу цены, ну, сейчас пока что первое – это написать на проверку пока что этих товара, которые меня склеили, чтобы я проверили эту карточку, предоставить, соответственно, свои исходники. Вот. Потом, после этого, написать также жалобу, чтобы открепили нас от этих, ну, от этой карточки. Да, как Вот. только открепят, больше прикреплять к ним вас не должны. Вы знаете или нет, у меня есть телеграм-канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я рассказываю про бизнес на Озоне. Про ВБ информации достаточно много, я считаю, на рынке. Про Озон нету.